Все готово, мой царь. Скажи, Дианек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Но нам. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Отправил овец на бойню! Ну же, перст! Я принесу к Зерксу твою голову, спартанец! Попробуй! Твой род прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй и пойдешь! Зеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же! Хватит слов! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя!
Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут рабами! Мы спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица! Это был день, который персы не смогут забыть! А завтра будет день, который запомнит всяк живущий! Наконец. Ух ты! Надо же, Лейла! Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Врубай на полную. Посмотрим, на что способна эта детка. Правильно. Если играть, то по-крупному. Но если будет слишком напряженно, я всегда могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Не стоит за меня волноваться. Я разберусь. Немного самостоятельности не повредит. Ну, мне так кажется. Дай знать, если понадобится помощь. Подсказки всегда можно включить. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Он выведет нас на правильный путь, уверена. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопоннесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан.
ярости тони торо. И дыра рус, и тус толундас, фэфкардиус проскопы, тон сон тотмо. Пагалеса, юнитас пэмфикси, слезай. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее. За ту неделю! Малака! Циклоп сказал, ты беспощаден. Так нападай! А ты подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Ты получишь урок. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Не надо злить циклопа. Зату? Каждую неделю такое. Я так больше не могу. Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла, так же, как и тебе, Алексиус? Может, попросишь его? Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака! Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И где мне искать его новое, дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так, Маркос должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. Ну... Думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я скажу ему, что ты придешь. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркосу.
Вот только оденусь. Thank you.